Беспощадной борьбе, в бесполезной борьбе, подражая богам, поклоняясь кумиру, человек не рожден приспособиться к миру. Он пытается мир приспособить к себе. Безответствует тьма и безмолвствует свет, уходя от взорвавших рассудок вопросов, то, о чем промолчал загрустивший философ. Очевидное сокровенный ответ. Измельчается смысл, истончается нить. Надоели подруги обжорство и пьянство, подчинить поневоле охота пространства. Если сил не хватает себя подчинить, недостаточно снов, недостаточно слов. Горизонт мироздания в щелочку сузил, рассеченный с усмешкой Гордиев узел. Лишь начало в цепочке смертельных узлов. Зовут голоса, соблазняя осанной земной и небесной. Только если земля представляется тесной, то покажутся после тесные небеса. И придет тишина, ни о чем не скорбя, ни к чему не зовя, не давая совета, потому что как тьма лишь отсутствие света. Собачка на ваше творчество рыгнула. Она сделала на наше творчество такой деликатный пук. Ладно. Зачем она так выразительно стала? Слушай, это можно было просто умереть. Иди сюда, жуть. Нет, я извиняюсь. It's okay. Это мы на вашей территории. Take two. Окей, хорошо, да, нормально? Нормально, ребята, нормально. Пишется two. Хорошо, да. Давайте попробуем. Сашка, главное не гони. Да. Я забыл помычать. Я знаю, я знаю. Я просто уже не могла. Она появилась, я уже только следила краем глаза. Да, мы его все следили за собачкой. У нас свет все время убегает, поэтому давайте еще разок сразу так с ходу. Окей. А, еще, ребят. Если вы чувствуете на себе свет, это хорошо. Если вы его перестаете чувствовать... Подвинуться, да, вот так. Ага, все, поехали. В беспощадной борьбе, в бесполезной борьбе, подражая богам, поклоняясь кумиру... Стоп, извиняюсь, ребята, извините.